Я работаю с специалистами из разных стран. Я очень рад, что в Бельцах это хорошая площадка для тестирования разных международных проектов. Я говорил как-то в одной программе о том, что группа специалистов из разных стран, значит, готовит нам, например, готовит нам карту по модернизации транспорта в Бельцах, чтобы понимать, на каком маршруте нужны маленькие автобусы, на каком большие, где нужно убрать светофоры, где их добавить, где добавить пешеходные переходы, где должны стоять таксисты, в каком количестве они должны быть в том или другом микрорайоне. Мы будем первым городом в стране, это стоит там около 300 тысяч евро, если я не ошибаюсь. Огромное спасибо за это. Этот был грант правительства Швеции, 1 000 000 евро, из которой часть денег вот идет на вот эту программу. У нас сегодня нет. У нас приезжает куметру Вася, покупает пару маршруток, ставит на один маршрут, кто-то перепродает потом. Я узнал о том, что сотни автомобилей по северу Молдавии, в том числе и в Бельцах, ездят, прикрываясь тем, что они как такси, поэтому не идут куда хотят, как хотят и с кем хотят. Потому что это маршрутка, которая как бы, это тоже микроавтобус, ему просто можно все. А другим, оказывается, нельзя. Встречался с транспортниками на эту тему. Ребят, много работы, но вы в эту работу должны включаться. Жду ваши предложения. Включайтесь в эту работу. Приходите в нашу команду.